Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любители Counter-Strike, с вами на связи комментатор Санун67, и сегодня у нас в гостях на матче Gamer Legion и WinStrike замечательный человек, экс-тренер коллектива Force, экс-тренер коллектива Seven, это Страйкер. Страйкер, здравствуй, дорогой. Привет, Санун. На связи, супер. Слушай, но интересный пик, Dust 2, Nuke и Overpass сегодня на этом Best of 3 противостояние. Ну, это прям замечательно. Еще и замес у нас на длине, тут минус 2, теряют сразу у нас, по ходу дела, пистолетку WinStrike. Давай с тобой обсудим сразу пики, помимо того, что мы понимаем, что пистолетку, по ходу дела, ребята уже не вытянут. В прошлый раз коллективы встречались в рамках другого турнира, и пикбаны были немного другие. Здесь же, мне кажется, Таз 2 будет за Винстрайками, Нюк будет за Геймер Легионами. И вот на Оверпассе, мне кажется, будет жара. Но нужно еще учитывать тот факт, что Винстрайк, для Винстрайка это третья Best of 3 за день, и желательно закрывать 2-0. Да, согласен с тобой. Плюс у нас уже встречались Винстрайки с Геймер Легион на Нюке, там 16-14, расклад был у этих коллективов. Но вот интересно, что сегодня на Нюке WinStrike только-только закончили с клоудами, выиграли, причем вроде как 16-10, если мне память не изменяет счет. Ну и вот, да, я думаю, начиная с Даста, надо закрывать 2-0, потому что тяжелый день. Но ребята опытные, я думаю, для них не такая супер проблема будет разыграть сегодняшний матч по-быстрому. Согласен, мне кажется, несмотря на усталость, вот эту третья быстрее за день, но победа над клаудами дает моральный буст, и я думаю, здесь усталость уходит на второй план. Да, я согласен с тобой, тут надо пользоваться этим, надо как раз-таки на волне позитива и энергии забирать. Что ж, пистолетка прошла, ребята купили диглы, как всегда, на форсе, Элиан со скаутом. Мы с тобой пред матчем обсуждали как раз, что Элиан набрал форму, как ты говоришь, и вот вдобавок присоединились два замечательных человека, Форестер и Крат, коллектив Винстрайки. Они прям сейчас идут вперед и вперед, все лучше и лучше играют. Что скажешь о Геймер Легионах за последнее время, твое мнение? Если честно, я за этим коллективом не очень-то и смотрел, но если посмотреть, последний игрок, который к ним присоединился, это уже четвертый месяц Добу, и, соответственно, 4 месяца они уже вместе играют. По составу я бы, наверное, только одного здесь, Расти, отметил бы. Швед неплохо выглядит. И, наверное, Зера, который в свое время играл за Hell Raiders. Понял а тебя. Так, в целом, мне коллектив WinStrike намного больше импонирует. Здесь хороший снайпер Элиан, который черпает, мне кажется, мотивацию от таких снайперов на данный момент, как Джейм и Широ. Понял. Слушай, ну интересно получилось. Сейчас WinStrike закупили диглы, скаут их свободно. Так, Геймер Легион спускает через шорт, теряет двух игроков. И, конечно же, понимают, что нет смысла сражаться, уходят сейвиться, но, по-моему, очень уж легко был отдан раунд Геймер Легионами. Опорники не справились, и от Геймер Легион очень здравое и правильное решение засейвить два Фамаса и М-ку. Что, соответственно, сейчас дает шансы взять раунд. И сейчас раунд, по идее, идет за 2. По экономике, если смотреть. Ну, получается, да. Ну что, у нас тут закупили все, что смогли. По итогу у нас скаут, дигл, 2 фамас и эмочка от Геймер Легион. Решили укрепить мидл, оставили там двоих игроков. При этом у них нет контроля на длине. Но у нас уже Форестер чекает длиночку. Какой же здесь раунд? Неплохой сетап в плане укрепления мидла идет от игроков Геймер Легиона, учитывая не очень качественный бай и ретейк ланга со скаутом. То есть скаут, в принципе, может тагать, оставлять по 30 хп и, соответственно, диглы и фамасы будут добирать. Ну что ж, ну посмотрим, как раз у нас получается WinStrike направляется на длину. Разведка дала инфу, что вблизи никого нету. И WinStrike постараются разыграть длину. При этом у нас Крада отправляет с маг 10, по всей видимости, чекать мидл. Вот интересно, будет ли люркер через длину заходить, через шорт или нет. Потому что пока только все на длине. Ох, Элиан уже разменивается снайпера попаданиями. Эра отступает на дальней позиции. И быстро довольно-таки WinStrike начинает на подъем заходить. Пошла раскидка. На подъеме по-прежнему идет стрельба со стороны Геймер Легион. Но уже WinStrike проходит вчетвером и начинается зачистка. Минус Эра, минус Доба.
Ну и здесь повторно, наверное, ребята могут уходить сейвиться из Геймер Легион, потому что возможности нет, и ТП-шечек тоже нету. Я здесь могу отметить, наверное, игру Форестера. Он дал информацию по ланду, и, соответственно, игроки Страйк воспользовались здесь этим и благополучно прошли. А скаут достаточно импакта не внес, разменявшись только по ХП. Да, ну и, соответственно, гранат было мало у игроков защиты, чтобы делать какой-то полноценный ретейк. И, соответственно, не было диффузов. Сейчас сейв Фамаса и один экономический раунд. Скорее всего, 3-1 за минстрайками. Да, я думаю, вряд ли ребята сегодня планируют допускать ошибки в этом противостоянии. Опять же, после замечательной победы над Клоудами, ребята должны чувствовать драйв, чувствовать себя в своей тарелке. Песчаная карта для них дом родной. Да и я удивился, когда увидел третью карту на пик. Они вывели себе оверпас. Помнится, ну, для них довольно комфортная карта. Вот с коллективом Соу, по-моему, они 16-4 выиграли. Прям размотали их по полной. Хотя дальше по картам у них была более тяжелая игра. Ну что, у нас опять длина отпускается коллективом Геймер Легион. Там даже разведчиков нету. Укрепляется мидл и при этом Б. Но Винстрайк не спешат. Чекают мидл. На длине у нас уже Форестер ведет разведку. Ну и в целом, наверное, для Геймер Легион ничего не светит в этом раунде, если опять пойдет строиться атака через длину. Да, Форестер обратно вышел на лонг и дает информацию. Соответственно, сейчас игроки Винстрайк обратно скооперируются и пойдут 5-3. И в этом раунде у бай у Геймер Легиона намного хуже. Здесь они стакают Б. Ну и, соответственно, как я и говорил, 3-1, скорее всего, счет будет. Ну что, на трассе решил зайти на мидл. Получил от крада нагоняй. При этом еще Эра пострадал от прострела. Элен доказывает, что он не зря снайпером является в коллективе Винстрайк. Ну и вот, опять же, проведя разведку по длине, Винстрайк решили пройти, не прогадали. Ну и Геймер Легион остались здесь вчетвером. Попробует, может быть, кого-то выудить, кто будет уходить на сейв. Сейчас как раз таки крат будет присматривать Т-спаун, где опасно уже стоит крат, на самом деле. Ну да, могут, возможно, и натыкать ему, учитывая, что там Фомас у Зера есть, и ребята с пистолетами будут выскакивать. Посмотрим сейчас. Ну вот Лаки подошел уже, более-менее лучше будет. Просто в чем... То есть в банке можно не находиться, то есть есть вероятность, что... Да, могли бы на самом деле задушить, благо здесь уже все присоединились к обороне бокса. Вот немного даже застоялись в дверях, застряли. Зера полностью засейвился. Ну и может, в принципе, АВП дать. Скорее всего, от него такая задача и будет. Сейчас будет дропать АВ. Да, скорее всего, даст АВИК. И сейчас будет полноценный байраунд. Слушай, ну посмотрим на расстановку сил, что у нас Геймер Легион сейчас придумает. Мы видели, что они в обороне часто у нас укрепляют мидл, жертвуют длиной постоянно. От этого у них были проблемы. А теперь аж четвером, ну, вот направляются. И как назло, Винстрайк уже направляется ближе к Б, там уже и бомба, там уже основное количество игроков. Ну, Зеро, в принципе, смог откинул, это позволит ему чуть-чуть время выиграть, для того, чтобы Расти сместился поближе. Пока затишье в мидле стоят ребята, Винстрайк, видимо, хотят завязать драку, от минуса играть. И вот получается, Элен уже Расти забирает в миде. Начинает напрягать точку Б, гранаты раскидывать. Наверное, дабы, чтобы Геймер Легион поскорее стягивали своих тиммейтов и освободили побольше пространства для Винстрайк. Ну, мидл занят, наверное, это будет сплит Б. И пока непонятно, как Геймер Легион будут решать этот вопрос. Сейчас все от Зера будет зависеть. Если он двоих заберет, тогда, скорее всего, это будет какой-то возможный ретейк. Но по гранатам все плохо. Либо это будет сейв. Ох, Форестер Адама забирает, мидл, два игрока, но Б пусто, и Геймер Легион могут уходить сейвить девайсы. Здесь вряд ли им что-то светит при такой-то игре. Да, пока что Винстрайк смотрится очень хорошо. И вообще, в целом, состав мне импонирует. То есть, как до этого мы с тобой говорили, есть здесь Форестер с крадом. Это одни, наверное, из самых сильных игроков, которые играли за Хард Легион. Также Alien Sniper, который набрал очень хорошую форму. Nickelback, который славится своим нестандартным мышлением на роли ингейм лидера. Lucky, один из сильных казахских стрелков на данный момент. Ну и на слоте тренера Хуч. То есть, ну, в целом, у команды есть все, чтобы закрепляться в топе.
Интересно, решили сейчас Винстрайк все-таки выбить девайсы, позволили себе буквально за несколько секунд разобрали длину, при этом они финансово никак не пострадали. У них экономика бустится, и у Геймер Легион отбирают шансы попытаться форс даже сделать. В общем, обыгрывают, по-моему, по всем параметрам. Пока 4-1, и вот так по этой карте делается вывод очень страшный. На самом деле очень хороший пик от Винстрайк в плане того, что прошлое Best of 3, если первые пикбаны были стандартные от Винстрайк Инферно, а вот Геймер Легион был Вертиго, и в прошлом Best of 3 Винстрайк пикнули Трей, но отлетели там без шансов. Вторым пиком, вторым баном Геймер Легион убрали как раз таки Даст. А Даст у Винстрайк неплохой, соответственно, они сейчас брали, выбрали, соответственно, слабую карту. Геймер Легион. И, соответственно, я думаю, здесь должны с рублем забирать. Очень хорошо пикнули в этот раз. Опять же, сейчас послабление от Геймер Легион на длине. Уже разведка дает инфу, что можно заходить, занимать. И очередной выход от Винстрайк мы ждем сейчас по длине. Как раз там Эра со скаутом должен найти инфу. И Элиан не прощает. Пошел чекнуть инфу. Опять же, длину продали. Через тест-спаун бегут ребята с пистолетами. Ну и опять... повторяется предыдущий раунд. Крат, единственное, что сейчас в такой зоне опасный, могут его закрывать. Может пожарить. Странно, что Геймер Легион не делают ловушки на ланге. Ну, то есть, соответственно, мы видим, уже которые экономически против экономического раунда, Форестер без проблем просто в соло дает макс по лангу. Да. Никакой... Ну как, один раз попытались сделать засаду, но все вчетвером туда пошли. Опять же, не угадали с направлением атаки. И по итогу мы уже видим, что забрели в темный лес. Шестой раунд уходит в сторону коллектива Винстрайк. Причем по-прежнему все игроки живы, а экономика просто шикарная от этого. О, как везет Лаки. Ну, счастливчик просто находит спокойствие здесь в смоках Расти. Расправляется с ним. Ну и здесь сейвится 5-7 и Дигл. Мы ждем, конечно же, закуп девайсов от Геймер Легион. И что бы ты посоветовал в этой ситуации Геймер Легион делать? Как быть? Взять паузу. Сейчас взять паузу, понять, в чем проблема, и попытаться отыграть. Нормально. Посмотрим. Ну, банально для меня, как для комментатора, выглядит, что они постоянно укрепляют не те позиции и уже не знают, как им ретейкать, например, длину, как противостоять выходу от Винстрайк. Не угадывают. Они пытаются в угадайку играть, и просто это не получается, не удается. На длине сейчас, кстати, остается Доба с ВП. Вышли туда игроки, но вот никаких пока результатов. Кстати, 2 ВП от Геймер Легион. Решили пойти. Вот оно решение, да. Вот оно решение от Геймер Легион, которое они без паузы решили просто две палки поиграть. Что ж, посмотрим. Здесь, возможно, ретейк длины сейчас будет происходить. А как раз Винстрайк уже устроили засаду. Надежда на то, что Эллен сразу же не простит любого, кто решит пикнуть. Адама в итоге забирают. Выстрел мы услышали с ВП, но попаданий пока нету. Доба уходит на машину. Ну и пока не спешат Винстрайк. Очень агрессивно Доба здесь пытается законтролить длиночку. Пытается размен найти. Да, ну, как бы сейчас и его в размен не забрали, хотя вот, соответственно, Винстрайк не стали спешить. Форестер 10 хп, при этом у нас сейчас Никельбэк пока обитает в миде, будет разведку боем проводить, как раз с ним сейчас Расти должен стыковаться. Там, как видно, смок лежит, и он не спешит. Ну что, все-таки Винстрайк протаптывает себе дорогу не через длину, уже уходит, потому что в миде Никельбэк собрал инфу. Здесь, наверное, выход на Б через мид. Скорее всего, через мидл, да. Ну что ж. Возможно, никель дал кол, то что 3А, так как не было перетяжки. Ох, расправляется с Расти. Ну и здесь... Сейчас они знают, что Зера опорник Б еще живой. Нужно найти. Ну и, в принципе, если они занимают плент, то выбивать уже будет очень сложно. Втроем живы игроки. 2 ВП вряд ли пойдут на ретейк. Это 6-й раунд для Винстрайк. Опять как по нотам. Но уже сложнее. Уже вариантами сложнее было. Ну, две палки, в принципе, свое сделали. 2 фрага отбили, но энтри фраги за винстрайками. И, соответственно, 4-4 преимущество за атаку, так как защита растягивается. Ну и попадают игроки винстрайк намного лучше, нежели чем Геймер Легион. Да, я обратил внимание, что они не полетели в драку за снайпером, чтобы делать какой-то размен. Доба здесь постоянно их на агрессию манил, но в размен никто не пошел. Они отстоялись, дождались информации по миду.
Ну и отлично, в принципе, сыграли. С головой подходят к игре, как мы видим. Да, все хорошо. То есть держит тот темп, который был против, против Клаудов. Честно говоря, не успел этот матч подсмотреть, поэтому для меня немножечко загадкой остается матч. Пока пауза, давай расскажешь твои ощущения с Клаудами, как смотрелись Винстрайк, в чем их были сильные и слабые стороны. Так, сейчас я открою страницу. С паузой чуть-чуть задержались, я прогнозировал в прошлом раунде паузу. Так, ну, Винстрайки, сейчас я открою страницу. Так, на нюке 16-10 они закрыли, в принципе, показав хороший дефенс. Но, опять-таки, проиграли Вертига свой пик и отдали на... Ну, выиграли, да, с 16-10. Но здесь, если смотреть статистику по Best of 3, у мейн-снайпера и стага минус 9 статистика. Ну, то есть, такая команда, она не может играть без мейн-снайпера. Мне нравится очень Зепп, мне нравится Алекс. Если так, не на своей роли, вот, я бы Мези и Флобби подумал бы. Нашел бы хорошего опорника и еще одного игрока добрал бы. Ох, как интересно сейчас получилось. Стычка в миде. Убивают Элиана. При этом остается... Посмотрим, как разыграют меньшинство. Да, у нас еще Форестер остается с АВП. По-прежнему будет смотреть мидл. Да, интересно, что будет в итоге в меньшинстве делать сейчас Винстрайк. На длине у нас Никельбэк стоит. Но при этом бомба уходит в сторону Б. И игроки потихонечку туда стягиваются. По-моему, будет сейчас ретейк на длине. Готовится Эра, видимо, прокинуть флешечку. Либо еще что-то придумают. Да и сейчас с пистолетами играют Геймер Легион преимущественно. И через два АВП пытаются держать оборону. Очень интересное решение. Не стали собирать ФАМАСы. Закупать все, что придется. И, возможно, это будет тот самый раунд с пистолетами. Форестер один на длине не смог здесь справиться. Но при этом сейчас под Б заскакивают игроки. Добо! СВП останавливает Лаки. Крат 1 в 3. И это его клатч. 45 секунд. Есть еще время, пока здесь 1 на 1 побороться. Суйкует. Но нет, Добо забирает его. Ну что ж, СВП работают. СВП сделали свое дело. Согласен. И неплохое, в принципе, Винстрайк мы сделали. Решили качнуть, фейкануть. То есть 2 на ланге и 2 бейсбомба. И мы, как мы видели по карте... Второй номер Добо сместился на время, но дали информацию, что там только двое, и успел свои минусы сделать на Б. Ну что ж, быстренько у нас сейчас в миде отправляют сразу двоих игроков под прикрытием Элиана. Ребята сразу же будут, видимо, инфу собирать в миде, либо даже, даже на шорт отправляются. И бригадой. Что-то интересное. Расти здесь как раз-таки на гусе. Недалеко Адам находится, он будет на подъеме. Ну и на длине у нас Добо с АВП. В смоках стоят игроки. Расти хорошая позиция. У Эра остался внутри плента с АВП. Что ж, проходит у нас одного из игроков. Он в смоках стоит. А Эра пока внутри плента будет вести отстрел. Слушайте, ну замешательный Винстрайк. Отстреливает Эра. Поздно Молик прилетает. И даже второй кладут. Расти уже на подъеме. И здесь Винстрайк, конечно, заварили кашу, с которой просто справиться очень тяжело. Остается надежда на Элиана. Но 1 в 3 это, по-моему, unbelievable, учитывая, что здесь рядышком находится Зера. Так и не смогли его найти. Что интересно. По-моему, поспешили Винстрайк. Как ты думаешь? У них такие медленные раунды шли. В принципе, раунд был неплохой, и иногда можно рвать темп своих атак, но, как мы видим, это уже, наверное, третий или четвертый байраунд, который Геймер Легион играет 4А. И, соответственно, они могут и лонг, и зиг цеплять. Ну и хорошая позиция была у Ганнера. Да, наконец-таки эта рулетка начинает играть в сторону Геймер Легион. То есть, если мы видели первый раунд, они просто не угадывали, то сейчас получается пикнуть именно то направление. Опять же, все в длину укрепили, там находятся три игрока. Ну и что же Винстрайк будут делать в этом раунде? Пока, видимо, сбить темп. Играть медленно, наверное, как у них получалось. Да, да, искать слабое место, сыграть вот сильных сторон. То же самое Никельбэк, Элиан. Да и все остальные там. Ну, сейчас на крада смотрим. О, как интересно, кстати, да. Так, крад может. Все, отмена. Не получилось, спалился и... Там, конечно... На самом деле мне нравится, когда опорник, когда люркеры под Б играют не только пассивно, но и позволяют себе делать какие-то мувы. Соответственно, если сейчас бы он находил бы килл, то 4 игрока, которые находятся в мидле, заходили бы в мидл, и это был бы раунд за винстрайками. Ну, то есть мне импонируют игроки, которые не только инициативные, пассивно играют. Да. Да, все верно.
Слушай, ну сейчас интересно, в принципе, Винстрайк такой попыткой сместили внимание Геймер Легион под Б, поэтому сейчас можно закидывать длину, выходить на плент, причем Расти там на подъеме, но вроде как пока стрельбы с его стороны мы не видим. Бомба еще не прошла в плент, через паузу отыгрывает Винстрайки. Ну и здесь важно первые минусы дать. Так, заметили эрного автомобиля. Лаки закрывают его. Отрезаны сейчас игроки обороны в миде. Ну и длина Адам. Может быть, он попробует качнуть сейчас весы в свою сторону. Очень много игроков. Абсолютно все без гранат. Да, кстати говоря, ты прав. Вот нету гранат, нечем сейчас зазонить бегущих на ретейк игроков Геймер Легион. Портер по одному пока шарта делает минусы. Должен был Элиан помогать. Что-то не получается. Но все-таки вдвоем тушь-то они Зера. И это седьмой раунд. Не получилось. Слабенькая защита пока у Геймер Легиона. Ну, то есть, если команда играет ретейк какого-то определенного плента, то у них должен быть план, как этот ретейк делать. Но как ты будешь ретейкать без гранат? Это, ну, абсурд. Наличиями двумя АВП ты тратишь все гранаты на, буквально говоря, на минуте времени. Это очень плохо. Да, там, в принципе, на длине у нас игрок засветился, просто выкинул флешку, а пока еще игроки даже к подъему не подошли. В общем-то, Геймер Легион пока имеет финансы, но, стоит отметить, три раунда все-таки забрали, угадывали. Сколько, ты считаешь, минимум надо будет набирать сейчас в обороне Геймер Легион, чтобы какой-то комфорт против Винстрайк чувствовать за атаку? Я думаю... С учетом того, то, что они смотрятся плохо в защите, я думаю, раундов 7 надо минимум брать. Окей, ну что, у нас 2 АВП опять же в миде. Элиан перестреливает первого, второго. Ну и здесь раунд заваливается на бок в самом начале. Адам погибает на длине. Если здесь Винстрайк не допустит каких-то критических ошибок, я думаю, можно и этот раунд закрывать. Как-то по одному вылетят на плент. Быстро 11 раунд. Да, да. Ну что ж, Расти пока остается еще и шорт. Он будет, скорее всего, уходить на сейф своего девайса. При этом надо аккуратничать. Раз проходит под Б, но расправился. Уже начинает Винстрайк налегке залетать на различные позиции. У Винстрайк, в принципе, есть деньги, и один человек может себе позволить пойти поискать. Безусловно, нет, ну тут уже два отвалилось. Там прям такие поисковики. Главное легкость уж сильно не испытывать. Раньше денег было больше. Тут несколько раундов к ряду упустили. Ну уже, да, уже да, на да. Краешке, уже на краешке. Лаки, по крайней мере, получается, все деньги сейчас потратят на закуп девайсов. Другой никельбэк еще и погибает. Вот больше умирать нельзя. Дорого, дорого обходятся эти попытки сейчас забрать девайсы. Но это правильный мув. То есть, когда у тебя экономика позволяет, ты должен не давать возможности сейвить ганы. Потому что сейчас эти два АВП могут, ну, как опять говорится, сыграть, как да. Нынче модно говорить, суеты навести. Да, согласен. МП9, ФАМАС, Эмочка. В общем, винегрет закупки, но главное, что есть два весла, с которых попытаются Геймер Легион грести. Сейчас на длинке чекает Форестер обстановку. Добу немного пострадал. О, как интересно. Рискнул Форестер, не прогадал. Накалил Расти. Еще одна попытка выхода. Слушай, ну здесь, по-моему, Геймер Легион очень пострадали. При этом тут же Чишорт отправляют Винстрайк своих игроков. Расти 8 хп. Ну и при грамотной раскидке, я думаю, его должны зазонить и закрыть. Ой-ой-ой. Минус от Никельбека. Снайпера забрали. Крат... Слышит, слышит спину, не ошибается, забирает Адама. Ему нужна хелпа, Форестер, кстати, к нему выдвигается, прокинув молик. Ну и очередной раунд для Винстрайка. Как-то так легко и быстро играется у ребят. Слабый лонг у Геймер Легион. И хорошо Винстрайки саппортят Форестеру флешками. Ну что ж, у нас Геймер Легион сейвит, получается, эмочку и АВП. Красными вряд ли сейчас Винстрайки пойдут их искать. Хотя Никельбэк желает посмотреть, как там дела на Б. Может быть, сейчас Зера в дверях. Нужно идти искать. Отвоевывают здесь позиции ребята немного. Ну что ж, рискнет или нет? Да, Никельбэк увидел в дверях, накалил Зера. Но при этом двери под прицелом. Понимает это, не заходит. 9-3. Все хуже и хуже.
для Геймер Легион неплохо складывается, да, первая половина. Неплохо Винстрайки смотрятся в целом по фрагам, как команда. Да, каждый делает определенную работу. Тут может быть никельбэк позади, но это не главное. Они выигрывают с таким счетом, что ему зачастую фрагов-то и не хватает. Все верно. Ну и плюс он на слоте ингейм лидера, поэтому, в принципе, нормально. Да, на нем и другой ответственности очень много. Посмотрим, вот сейчас у Winstrike Race подломки есть, и посмотрим, пойдут ли сейчас Gamer Legion обратно 4А и будет ли там замес. Да, это вот интересен момент. В принципе, последнее время Gamer Legion как раз-таки длину-то и пикали. Но Winstrike это не пугает, они продолжают ходить в этом же направлении. Хотя, всегда получив отпор, мне нравится, что Winstrike долго не думают и легко меняют направление атаки. Нет, знаешь, такой такой твердолобости. Да. Ну что, Rusty пока один на длине. У нас укрепляют Бэплэнд. Что интересно, там находятся три игрока, и они пытаются уже... Они правильно делают, что пушат. Да, собирают информацию, и здесь Винстрайк либо быстренько играют сейчас по длине, либо будут проблемы, потому что успеют Геймер Легион стягиваться через шорт и укреплять Аплэнд. Но Элиан тут же импакт вносит, минус Эра. Rusty попытается чекнуть длину. Есть у него флешка, боевая граната. Уже у нас идут игроки Геймер Легион на стяжечку, займут шорт. Но время зайти еще есть. Адам. Там самое главное, чтобы крат успел. Если все не очень хорошо будет у меня. Ну, как интересно, Форестер проникает, забирает двоих игроков, шорт, шорт до конца не чекает, поэтому Зера дает минус, но на размене не фильбэк. С длины доба последний, но вряд ли он станет огромной проблемой для 10-го раунда Винстрайк. Опять как по нотам. Добо еще бьется. Как думаешь, чего не хватило Геймер Легион, учитывая, что они верхнюю тэшку-то заняли, информацию получили, что там тихо? Винстрайк своевременно вышли, то есть они не стали морозиться. Если бы там простояли секунд 20, тогда, может быть, было бы все плачено. Ну и также отмечу, очень хороший врыв от Форестера под флешки. Очень хорошо двоих игроков защиты убрал. Да, такое контрить тяжело. Пока пистолеты в руках с арморами от Gamer Legion. 14 раунд, конечно же, расчет, что в 15-м будет закуп. И пока они жертвуют полностью длиной. Но у Винстрайк всегда есть игрок на длине, который чекает обстановку. И, как ты говорил, проблема в том, что слабая длина. Очень много раундов через длину Винстрайк строили. При этом Gamer Legion знает, что в этом есть проблема. Ничего не предпринимают, чтобы как-то усилить длину. Либо усиление проходит только на один раунд, а потом они ее бросают. И... Но это своего рода майндгейм. То есть Винстрайки там третий или четвертый раз против экономического раунда ходили лонг. И, соответственно, Gamer Legion просто играет Mind Games, думая, что вот в этот раз, возможно, они пойдут на Б. Но опять были прочитаны коллективом Winstrike, а точнее, просто не рассекречены Gamer Legion'ами. И раунд, по всей видимости, еще один клеится. Только здесь Адаму надо находить смока. На длине там никельбэк с плеткой отгоняет желающих зайти через бокс, гранаты раскидывая. Ну и можно ждать следующий раунд. Конечно, первую половину очень сильно упустили Gamer Legion. Я не представляю, что они должны показать во второй половине или какие ошибки Винстрайк должны совершить, чтобы дать возможность раунд забрать. Все верно, я думаю, только удача поможет Gamer Legion выиграть эту карту. Винстрайк на голову выше. Ну, здесь, наверное, интерес на основной карте будет на карте Нюк. Смогут я думаю, сразу... да, прошлый закончился 16-14, я думаю, да. И если вдруг Gamer Legion выиграют на нюке, то вот на оверпассе уже по моральной составляющей у Gamer Legion будет преимущество. И по поводу усталости, про которую мы говорили в начале матча. Да, может то, сказаться. Что тяжело много играть. Но пока первая карта может у нас практически досрочно закончиться. 3 АВП. Не, ну когда не работает стандарты, надо использовать что угодно. А вдруг пойдет, а вдруг получится. Тут тоже, вот, например, со стороны атаки интересный выбор. Расстрелять просто ворота. Кстати, сегодня 3 или 4 раза игроков штрафовал Элиан в миде. Коцал их до неузнаваемости.
Мне это тоже свою роль сыграло. Ох, Элиан находит здесь Адама. Доба 19 хп. И отправляется к праотцам от броска гранаты. Сейчас все игроки под Б, надо выходить из Б, я думаю. Все, уже начинают некоторые позиции Геймер Легион не контролировать. Ой, Форестер такой интересный шот дал по Расти. А есть то, что ласт опорник Б, Зеро, сейчас они просто пятером пойдут его убивать. Да, шинкуют парня, шинкуют. Ищут Зеро, по углам расстреливают смоки. Зеро дала себе знать, и автоматически кара. 12-3, вот это первая половина. Вот это да. Пока что Винстраки свой пик полностью оправдывают. Безусловно. Ну что, теперь пистолеточка нам покажет, задержимся мы на этом, на этой карте или нет. Я, если честно, хочу уже на нем. Нет, честно признаюсь, да, здесь уже, по-моему, все стало ясно. Учитывая, что оборона у Винстрайк не такая уж и плохая, они это доказывают своей статистикой по официальным матчам. Это вряд ли тот матч, где мы увидим смену сторон и где инициатива тут же перетечет в руки Геймер Легион за сторону атаки. Но, безусловно, может быть, мы чего-то не знаем, и Геймер Легион прям покажут невероятные чудеса. Мы не против, я думаю, ты не против, да, посмотреть какие-то супер чудеса от Геймер Легион? Я не против. Я, кстати, удивился в свое интересно. Время, что Геймер Легион не скатились в яму, когда у них Хампус ушел. Потому что он одно время, конечно, коллектив очень сильно тянул. Ну, ингейм лидер — это очень важная составляющая любого коллектива. То есть мы видели, как Фейс в свое время кикнули, скажем так, Керригана и поплатились. Еще были много ситуаций, когда, вот, допустим, Hellraisers убрали JR, и после этого игра там, ну, заметно хуже стала. То есть хороший ингейм лидер — это очень-очень полезная составляющая, скажем так, для любого коллектива. Плюс, учитывая последние правила от Valve, где тренерам запрещено быть на сервере, в комнате, в TeamSpeak. То есть сейчас, после этого правила, ингейм лидеры... На вес золота. Как сказать? Все верно, на вес золота, спасибо. Слушай, а вот твое мнение, куда бы ты Джара вот поставил бы сейчас? Где ты считаешь, он бы пригодился и был бы вот под стать? Есть такие коллективы на данный момент? Сейчас я открою HLTV этот команды. Угу. И посмотрю. Ну, а пока у нас трекер смотрит подходящие коллективы, мы можем с вами обратить внимание на закуп девайсов, на пистолеточку. У нас пока в Винстрайке набирают арморы. Непонятно, будут ли допускиты или гранаты. Но при этом от Геймер Легион мы видим парочку смоков и парочку флешек. Они отправляются через длинку. Возможно, это будет самый быстрый раунд по длине. И Форестер как раз готовится принимать этих игроков. Немига, наверное, Немига. По стилю подходит, и капитан хороший. А вместо кого? Вместо другого снайпера. Кто там у них? У них они там меняются, получается. Там сейчас дисбаланс есть, спидак есть, но дисбаланс тоже неплохо смотрится. Но здесь вопрос был в том, куда бы Джейра воткнуть, а не какой состав у Немиги. Не, безусловно, поэтому безусловно, вот. Лаки забирает у нас Эру. Ну что, Геймер Легион через паузу начинает выходить на плент. Здесь на подъеме, конечно, есть игроки обороны, но Геймер Легион пока справляются. Лаки, минус Зеро, 3 в 3. С длины уже никельбэк спешит. Здесь на подъеме, главное, Лаки не погибнуть. Хотя он почти забрал игрока, который ставил бомбу. Но это хедшоты от него летят. Ну, здесь 13 раунд. Геймер Легион. So sorry. Ну, мы видим, да, то есть сейчас на голову выше Винстраки по стрельбе. Да. Прям реально без шансов закрывают. И 2 ВП не помогало, и ничего не помогало. Сейчас вот важный раунд будет. Должны форс делать Геймер Легион, скидываться на калаши, на галилы, пытаться ломать экономику и возвращаться в игру. Как по мне. Слушай, посмотрим. Тогда посмотрим, что у них, в принципе, задумали. Геймер Легион. Нет, они флэка делают. Нет, баятся, баятся. Да, баятся. Решили раскидать калаши. Долго думали. Ну да. Теряют при этом какие-то тайминги определенные, быстро не сыграют. Но зато уже Элиана накалили в миде. Медленный раунд, что интересно. Под Б ребят пока подползают. Ждут, видимо, действия от Винстрайк.
рассчитывают, что им сидеться не будет на месте. Но вот Расти здесь зашел, к Форестеру уже потерялся. Какая первый же идея на игрался. Да. Идея на раунд была реализовать калаши и, возможно, контакт Б троем сыграть, так как смока не было под Б, но Форестер таймингово откинул смок и убил Расти, соответственно, контакт Б провалился. Сейчас посмотрим, как будет доигрывать. В принципе, есть два смока, два молика в наличии, и, может быть, что-то в зигзаге, да, и придумают. Честно говоря, я сначала подумал, что в мидл пойдут, думаю, но это было бы очень рисково. Да, попытка выхода на аплент, это вполне возможно, учитывая, что мы-то знаем, что там 34 хп у Элиана, никельбэк с аугом на длине, но и здесь пока нечем будет сдержать этот натиск через шорт. Только если Элиан сразу по красным не начнет стрелять. Там уже два красных игрока, калаши, конечно, сотые, при этом уже у нас стягивается крат на подъеме стоит. Ну и здесь геймер Легион, затянув выход, по-моему, себя ставит в очень неудобное положение. Не уверенно смотрят. Да. Ну и по итогу, просто бегая по карте, они потеряли сейчас основное количество игроков. Остается Эра с 5 хп. Стейвиться нет смысла. Да и раунд идет к своему естественному завершению. 3 секунды. И игроки, все закончилось. 14-3. Без денег. Ну сейчас такой полубай. Какие-то диглы, наверное, пистолеты, флешки. И со счета 15-3. Попробуют уже с АВП и с нормальным бонгай, ну, с нормальным баем, наверное, возвращаться в игру. Нет, походу, геймер Легион решили просто закончить игру на... Да, играй, тем, да. Тем, да, тем, что получится. Уже, видимо, сами на нюк отправляются. Возможно, так и получилось. Не зашла пистолетка, горит сарай, гори и хата. Уже никельбэк забирает Расти и стоят на длине. Ждут, ждут момент, при этом винстрайк. Уверены в себе, на позициях даже ухом не ведут. Ну и здесь будем рассчитывать на то, что геймер Легион смогут хоть как-то построить атаку через длину. Хотя это маловероятно. Что это было? Это было ухом проверить, как там дела. Как говорится, плечиком, но тут он полностью вышел. Да, так и было. Ну что ж, призвали игроков обороны к длине. Они все прицелились, каждый сделал по фрагу практически. И это 15-3. Ну, на самом деле, лучше проиграть... На самом деле, лучше проиграть вот так вот 15-3 и забыть эту карту, нежели проиграть 16-14 и уже с минус моралью идти на свой пик. То есть это даже лучше для Gamer Legion. Ты думаешь, так все относятся к этому? Не знаю. Я отношусь к этому так. Если ты проиграл без шансов карту, то, ну, в принципе, отправляйся на следующую. И просто даже, ну, понятно здесь, то есть шансов не было вообще. А если ты проигрываешь 16-14, то, возможно, какой-то тиль будет присутствовать. Ну, да, тут, скажем так, на команду надо рассчитывать. Слушай, ну, интересно, получается, с Галилов-то, скаута здесь какой-то врыв прошел, но бомба-то валяется по-прежнему на респе, ее надо забрать, надо унести, при этом... Ох, какой момент с гранатой! Она уносит Адама, никельбэк как святой. Не получил по голове, пробросил гранату. И пока еще остается крат живых, но нет, Эра забирает его. Как-то налегки геймер Легион забрали этот раунд. То ли Винстрайк расслабились, то ли реально работает. Нет, просто такое бывает, когда ты пытаешься потеть, что-то сделать вместе, не получается. А когда ты увидишь, что 15-й уже, все действуют на легке. Free-to-play. Да-да-да, и хедшоты сами залетают. Да, значит, надо просто научиться вовремя сбрасывать энергетику лишнюю, как с чистого листа. Все верно, полностью согласен. Очень много проблем в голове. Очень много проблем в голове у игроков. Да, я думаю, так и в обычной жизни есть такие проблемы, которые мы сами себе создаем, барьеры. Нужно уметь отключиться, да, и делать свое дело. Психология — сильная вещь. Безусловно, мне кажется, очень многие недооценивают это до сих пор в отношении Counter-Strike, как и игроки, так, может быть, где-то кто-то и в коллективе выше. Но все больше и больше мы видим, что психологии подключают высокие коллективы, да и тир-2 там тоже вроде как собираются. Что у нас, выход под Б? Форестер пока ждет, Лаки много топает, как раз на него внимание будет, но обязательно Форестера проверим. Не стал сидеть до последнего, пикнул двоих игроков, и Атера уже погиб. Ну что, неплохое действие, если бы он простоял до конца, его бы просто пикнули и забрали. А так у нас уже врыв через двери, флешечки работают, Эра последний один против двоих. Ну и здесь с растяжкой главное сыграть, не спешить по одному отдаваться, хотя Элиан прям призывает к себе на дуэль Эру.
и не спешит отказываться от драки. Никельбэк должен закрывать. Да, он как раз у нас заходит через пешечку. И вдвоем даже, вдвоем ребята сыграли. Ну, прям синергия у ребят. Что ж, что скажем в завершении этой карты? Есть какие-то пожелания? Что-то передать может ребятам? Я хочу, чтобы... Я в принципе и уверен, что нюк будет намного интереснее, так как две команды играют намного лучше. По крайней мере, Gamer Legion точно. И поэтому... А здесь закономерная победа Winstrike смотрелись на голову выше. И как тимплейно, так и индивидуально. Все закономерно. Я с тобой солидарен. Ну что ж, друзья, мы уходим с вами на музыкальную паузу. Обязательно подпишитесь на наши соцсети, ссылочки будут в чате. У нас музыкальная пауза, дальше будет карта Нюк. Не уходите далеко, оставайтесь с нами.